уже ложусь спать. В принципе, я думаю, это бессмысленно. Короче, я не снимала, как мы собираемся, как едем в аэропорт, потому что у нас такси был самый мега супер крутой. Поставила на пятерочку. Мы уже встретились, так что все заебись. Короче, у нас две очереди на посадку, и там очень большая очередь. Мы уже подошли, когда очередь рассосалась. Наша ласточка. Короче, мы уже собрали все вещи. Все прекрасно, шоколадно, восхитительно. Начинаем сгорать. Погода просто восхитительная, я вам это скажу. Столкнетесь в нашем отеле. Ну, во-первых, уважаемые гости, в отеле по-русски они говорят совсем чуть-чуть. То есть не владеют они русским языком. Так как мы прилетели в Доминикану, они говорят на испанском в идеале, родной язык, и на английском, естественно. Но некоторые слова на русском они знают. Когда вы за... Мы приехали в отель, все супер. Превосходно, мы только приехали, у нас идеальный номер, а у них вообще просто жопа какая-то. Просто посмотрите. Просто посмотрите, какие алоэ. Мы, короче, передумали переодеваться и разбирать чемоданы. Мы сейчас решили покушать, а потом уже дальше заниматься номерами. Вон наш пляж. А вот рейсик. За ваше здоровье. Swing life turn you to a dancer. I see two twin eyes leaving on a banner. I got two thick thighs, wanna link the gang. I got red, I got blue, what you want? The Chanel of Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fanny Prada when I am alone. I needed me a diorite. Короче, это наш номер. Здесь карта. Нам дали, кстати, на ресепшене две карты. Или каждому свою, или чтобы одну оставить в номере, а другую таскать с собой. Вот такой вот у нас отель. Вот такая вот ванна. Мы уже здесь расположились. В принципе, да. Ванна очень комфортабельная. Нам дали 3 полотенца. А, нет, нам дали 4 полотенца. 2 для тел, 1 для ног и еще какое-то, типа, для рук или что-то в этом роде. Это туалет. Фен есть. Я не знаю, он работает или нет. Вот такой шкаф у нас. Вот так вот это все дело. Это ванна, это вход, это шкаф. Это 2 кондея. Здесь спит моя мама. Здесь небольшой проход такой. Здесь сплю я. Это Ксюша. Здесь всякая фигня. И вот такой вот небольшой балкончик. За $11. Если через 5 дней вы придете к нему и дадите еще $4, он вам еще на 5 дней продлит этот интернет-изменение. Очень удобно, в сумме $15, одну сим-карту купили, вдвоем можно пользоваться, потому что интернет раздается как Wi-Fi точка на роутер действует. Пожалуйста, это очень удобно. Все понятно. Мы идем обедать. Your head on my shoulder. Hold me in.
Короче, ребят, рассказываю. Как вы могли заметить, мы уже немножко сгорели. Мы охрененно просто пофоткались. Ну, конечно. Меня... Меня Ксюша офигенно пофоткала, и мы сгорели обе. Ребят, также вы можете наблюдать за мной в Инстаграме. Я там появляюсь чаще, чем на Ютубе. Ссылочка в описании. Всем спасибо. Короче, это капец. Я вам сейчас просто покажу это. Самофон на пол. Прямо войну. Окей, атенсион. Насколько я знаю, вот это все будет продолжаться все выходные. У нас только что в отеле выключили свет. Это было очень стрёмно. Ива невкусная, очень горькая. Не берите такое. Да. Невкусная, не советую. 2.5 из 5. Мы едем на экскурсию. Сейчас небольшая остановка на 15 минут и 3 секунды. Thank you.
Поздравьте меня, я нашла манго. Я иду на поиски какао. Я нашла... Мы уже искупались. Идем обратно в автобус. Меня пока все устраивает. И, кстати, за эту экскурсию мы заплатили всего 55 баксов с человека. Мы приехали туда, куда боимся. Нам, короче, дали вот такие желтые браслетики. Это не реклама. Идите вниз. 25 метров здесь, 10 метров там. Для не таких крутых. Значит, можно просто спуститься посмотреть. Значит, первый полет оплачивает компания 50 песо. Дальше, кто хочет, может 50 и дальше прыгать. Вот там, где крыша соломенная, там 10 метров. Здесь 25 туда, метров. Туда, да? Да, да. Здесь 25. А здесь 25 метров. Туалет и там, да? Где баня написана. И вот там, это капец. Двадцать пять метров, 8 этажей. Маршрутки. Да, да. Рядом быть невозможно, прости, прощай. Утекай, утекай. Незнакомое море к чужим берегам. Я рисовал тебя, ты рисовала меня. Я рисовался, и ты рисовалась тогда. Моя ставка не зашла. Ваше впечатление? Мы в шоке. Просто в шоке. Пиздец.
перевес во всех чемоданах, от которого мы уже избавились, и слава богу. Кусочек браслета, который мне дали в отеле, еле-еле уговорила оставить меня к Бездулину. Огромную очередь, в которой я стояла одна. Ну и, в принципе, все. Наша ласточка. Поздравь меня, ты с окна. Ну все, мы сели, вышли по трубе. Мы тут чемодан забрали, чемодан. Без колеса. Всем привет! Это просто жесть. Даже если бы его обернули. Причем главное, здесь есть одно плохое колесо, которое стерто. Его оставили, а нормальное сбили. Всем спасибо за просмотр. Мы уже приехали, отдохнули. Все под контролем. Чемодан разобрали. Но я не буду вас задерживать. Всем спасибо, всем пока. Вот это магия.